Алтайский край. 9 щенков лабрадора закопали в сугробе. Кто-то от них избавился жестоко, выбросил уже подросших с открытыми глазами. Если б не этот мужчина, который шел на озеро искупаться в проруби, щенки бы напрочь замерзли. Кстати, спаситель подумал, что опоздал, потому что почти все щенки были как ледышки. Но дома, под струей горячего воздуха из фена, они буквально оттаяли. Через 2 дня маленькие лабрадоры окрепли и уже самостоятельно ели из миски. Давайте поаплодируем этому замечательному мужчине, который совершенно бескорыстно спас маленьких собачек. Самое приятное в этой истории, друзья, что потом все щенки нашли хозяев, их отдали в настоящие добрые руки.